2 июля 2015 года. Находимся в поселке Потеряевка. Вот, у нас скворечники тут. Вот он, скворечник, у нас дом называется. Здесь вот наши детишки в детском православном лагере станут трудиться. Дрова складывают, передают цепочкой. Вот. Так вот, вот. Вот брат наш Никита Колесников складывает. Так, разговорчики, Аня, перестаньте разговор, молча делаем все. Вот Нестор подает все. Вот остальные пилят. Тимофей таскает готовые уже отпиленные. Сделай-ка ручку, ручку сделай. Рано еще. А я сегодня утром в туалет не ходил. Ну а что ты, она была я сразу? Ходил, потому что я только стал сразу на молитву идти. Пили, Ваня. Раз, готово. Ну вот так вот. Перед завтраком мы трудимся с Божьей помощью. Слава Богу за все. 2 июля 2015 года. Вот лагерь. Это до завтрака у нас. Сейчас 7 часов. Вот, пожалуйста, Нестор. Вчера мы с ним работали. Это Вика. Вот, давай. Вот Ксения, пожалуйста, работает. О, Нюра у меня. Казахстанская. Это у меня Агния. Старательно. Тараси. Видишь, куда он попал? А это наша Василиса Царевна. Вот, Андрюша подойдет. Никита укладывает. Поленец. Это они уже здесь, у Виктора Николаевича. Это уже не на лагерь, а на старшего воспитателя в лагерь. Он сегодня уехал с Яной Исправниковой в город. Там поехали они вчера в ЗАГС здесь. Но у нее паспорт белорусский. И они не стали. Обычно как? Копию снимают, печать там судья поставит или кто там у них сидит. Любой представитель. Нет, тут у нее сговор. Самый коррупционный район это Алтайский край. Снять надо копию, заверенную нотариусом. А это нигде нету. За 150 километров только ехать в Барнаул на машине. И заплатить где-то, кажется, 3000 рублей. Ну, пожалуйста. Что тут непонятно? И слова все на русском алфавите там написаны. И что они там будут переводить? Переводчики работать. Слово Иоанна по-русски напишут. О! Вот так работают. Это вот тут у нас главный начальник Тимофей. Что, Тимоша, у тебя? Попало что-то туда? А ты чем занимаешься, Тимофей? Дровишки таскаю. Ну-ка, скажи. Какая у тебя? Дровишки таскаю. Да ты что? Ну-ка. Ну, молодец ты мой. Вон как таскает, он куда несет? Несет. Куда бросаешь? Ты что делаешь-то? Чуть не в него попал. Поленом запулил прямо возле него. Ты что делаешь-то? Да. Тимофей, я с тобой разговариваю. Зачем ты это сделал? Отстраните его от этого работы. Ничего не делай, сядь и сиди вот на этом. Не надо, ты крайне опасный. Бросает в людей. Возьми его где-то, поставь рядом туда. Нельзя допускать. Он выкидывает такие портели, что уму непостижимо. Брякнет, трахнет. Поставь его в это. Его нельзя оставлять нигде одного. Запулил поленом. Прям возле уха, считай, просвистело. Ничего себе. Ты неправильно сейчас его оттягиваешь, чтобы тебя не зажимало. Вот так вот, держи его. Вот она теперь сама разжимается. Пошел. А ты поддерживай. Понимаешь, маленько-то соображай. Ну вот, тут работает. Арсений, у него
Смотри, левой рукой. Правой надо эту поддерживать, не рожок, а... Вот с Пашей они тут. Ну, Кирилл помогает держать. Вот. У вас мерка-то есть какой длины? Мерка, где у вас? Ну-ка, помогаем. Иди туда, и не хватает вот, Вика, встань, иди туда. Вон, между ними. Между Ксенией и Нюрой. Иди скорее. А вот ты маленько сдвинься ближе. Тимофею. Вот. А дядя Володя тут новый колун подарили ему. Кто-то купил. Он обновляет его. По заказу сделали в Барнауле. Главный кольщик искусный. Он просил у Бога талант. Ну, люди думают, какой талант? Управлять государством. А он просил управлять колуном. И в другую деревню наняли его. И сосед из-за забора глянул на него. А потом и говорит, кому он делал. Говорит, где ты взял такого? Ни минуты отдыха нет, только колун мелькает, говорит, и все. И он переколол ему, где пьяницы там 2 недели сидели бы. Он за 2 дня, кажется, все размолотил. Ого! Ой-ой-ой. Опасно. Вот так. Вот так в разговоре. Нашел слабое место-то. Ну и теперь бей в него. Вот так. Это около колодца, прямо вот куда они приходят. Я проехал той дорогой, взял шарика, приехал, никого нет. Я говорю, а где благочестивый православный люд-то? Куда воинство Христово подевалось? А мне говорят, да они ушли, говорит, на скворечник. Скворечник — это вот этот домик. Я тогда сюда. Вот. Увозили Леру, я поговорил с ней, с отцом, никак не оставил. Я говорю, она тут вписалась как на дом, вы никогда этого не дадите. Все, отдых. Отдых. Ну, давайте. Куда вы бросили? Поленье-то отдайте. Ну, что, бросили? На полпути бросили. Вот работа. Понимаете? Реакция какая. Только отдых. Она ложку не донесла, бросила и побежала. О, народ Божий пошел отдыхать. А куда они пошли отдыхать? Может, за ними сходи на? А то у меня руки трясутся. Я съемщик-то аховый. Ну-ка, давайте посмотрим. Тогда все уж в одно место. Пошел. Кто без пояса, как татарин. Пояс у меня есть. Давай. Так сделай его. Все, Андрей, пошли. Так, быстрее. Надо посмотреть, куда они пошли. Ксения, остановимся маленько. Так, иди сюда, садись рядом с ней. Я вас покачаю. Отойди, отойди, Арсений, ты что встал-то? Просит ее. Достанет. Вот какая картинка у меня. Так, туда тоже кто-то посадите, покачайте. Ваня, это Никита, иди качай с той стороны. Так, Ника, иди туда. Вон она побежала. Леонида. Вика, иди быстрее, садись. Посередке посадите какого-то отрока маленького. Тараси! Вон он, вон он, вон, вон. Посередке надо было посадить юношу. Иди, Тараси, туда, туда, Тараси, куда пошел? Вон туда. Тараси, скорее. Поднимите его и держите, чтобы не упал. Держись. Ты сзади рукой возьми, Вова, и сзади сестренки руку протяни. Вот так, вот. Так, и теперь руками давай держи. Вот так. Я здесь хочу. Ноги поднять. Ноги вперед, тоже хочу. На котельку. Ноги вперед. Ногами не тормозите. Только ровно, чтобы шли, а то они ударяться начнут.
Василиса, не надо ноги опускать. Держи их ровно. Ты качай, а так останавливай. Дядя, мама! Давай, не сэр! Вот они, как ласточки летают. А ты что делаешь? А там он пошел, полез Андрей. Так гляди, силу накачивает. Не задевайте ногами, ну-ка. Смотри, смотри, где ноги ходят. Они по них отлетают. Вот Ваня дрогот лезет. Тимофей, ноги убери со скамейки. Веревка выпала из кольца. Они сейчас починили. Дробот и Ваня, и Нестор. Надо медленно опускаться, не прыгать. Она тогда не выскакивает. Слезь сначала, слезь. Вот, убери, зачем ты веревку-то держишь? А то сама поднимется. Он уже подержит на веревку. Зачем ты поднимешь? Помоги ему. Помоги ему. Теперь меня включай. Вот, еще. Аня. Садись, ровно поднимайся, ровно потихоньку. Я просто подержал. Так, все, всех останавливай, Никита, все. Пусть теперь нас, теперь нас. Куда полезу? Куда? Куда через ограду? Все, тебе понесло. Так, останови потихоньку, потихоньку. А теперь, кто хочет качаться один, он так, Паша. Я! Ну давай, вон это, Ливия. Ливия, куда лезешь? Ты же сейчас качалась с одной на другую. Вылазь отсюда. Ты же сейчас только качалась, а не надо на ходящий. Так, уходи. Давай, Ваня, давай. Дядь Володь, мне бы такой самоподъемник на мою березу. С моей березы все, этот, все окрестности видно, да. Весь поселок. А он так, там, такая, она молодая, но такая высокая. Что-то она... Володя, я умею летать! Что-то она низко кажется. Низко, низко. Однажды качалась на этой качели. Такая летит, летит, а потом вверх. Я понял. О! Видно, а где еще нет? Пошла, да, снег. Да. Такая, смотри.
счастья. Ливия, ну ты. О, пожалуйста. Ливия, солнышком качается. Смотри, держись. Держусь. А то мы не поймаем. Полетишь. Все, да, пока твой любимчик тебя не поймает. Ну-ка, мам, куси, он долго из тебя. Так, сильно не раскачивай. Не надо сильно, потому что с той стороны доска ударит тебя, и ты вылетишь. Пока-пока, воздержись. Так, больше не надо раскачивать. А вот она у нас не рассчитана. Я не знаю, какая причина была. Что-нибудь друг другу. Надо было еще полметра отступить. А это уже нельзя сделать. Все, тут столбы, пасынки, люди какие. Привет! Вот Вика поднимает сама себя, сам подъемник. Запулил поленом. Я говорю, зачем ты поленом-то запулил-то туда? Не полено, а отпиленное. Она круглая такая. Ему сказали отнести, он ее запулил. А кидает-то не смотрит. И прямо возле него, прямо рядом. Это новая беда была, Тимофей. Я говорю, зачем ты это сделал? Я всегда так делаю. Это большая беда. От тебя люди страдать будут. Как тебе сказали понести? Чего я не так сделал? Отвернулся к другому, а ты в это время бросаешь. Да что тебе за руку надо вести было, рядом пройти. 5 метров. Совсем никуда не годится это. Ну, представь тебе полено. Ливия! Ливия! Сказали тебе больше не раскачивать. Раскачивай ей, но так бы было не... Ливия! Да что ты уйдешь? Да вы, блин, здесь ходите, да раз и ну ладно, все. Ну ладно, все.